Сегодня 16 декабря. 16 декабря 1866 года прусский подданный Август Бах получил разрешение на открытие первого в Самаре фотосалона. Позже в губернской столице появился и свой профессиональный фотограф Александр Васильев. А 16 декабря 1907 года стал настоящим праздником для самарских любителей кино. На углу улиц Саратовской и Заводской, ныне это улицы Фрунзе и Венцика, в доме купца Летягина открылся театр «Модерн». От зрителей отбоя не было. Все спешили увидеть новейшее изобретение – хронометр. Это диковинное устройство позволяло одновременно воспроизводить на экране звуки и жесты. Хронометры поставляли в Россию прямиком из Парижа. Такие приборы установили в двух лучших московских театрах, а затем хрономегафон появился и в Самаре. Сегодня свой профессиональный праздник, правда, пока еще не утвержденный официально, отмечают российские риэлторы. 16 декабря в разные годы были рождены английская писательница Джейн Остин, знаменитый советский композитор-пианист Георгий Свиридов, телеведущий, актер Юрий Николаев, поп-певица, телеведущая, актриса Анна Седокова и прочие знаменитости. В народном календаре сегодня день Ивана или Иоанна Молчальника. На Руси в эту пору полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще в этот день наши предки старались не употреблять слов без лишней необходимости. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. Более того, люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет удачу. Такими событиями вошел в историю 16 день декабря. Успехов в делах и великолепного настроения вам!